Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в Бэтмена. Итак, у нас проведено всего 28%. Ну тут я считаю и подсказки включены, и все. Так что так, режим истории, конечно же. Что ж, давайте продолжим путешествие нашей летучей мыши. Такое улучшение. А, блин, у меня плащ порвался. Ввел новое правило. С этого момента ходить по полу в любой части лечебницы запрещается. Любому, кто будет пойман за этим занятием, любому, кто будет пойман, будут ампутированы ноги. Затем он будет обязан показывать фокусы для императора Джокера. Ну вот, я это сказал. Блин, императором себя возобнил. Ну что ж, ладно. Мы заперли все. Бэт сюда не проберется. Если Джокер хочет тормознуть Бэтмена, зачем он вообще открыл путь к его туннелю? К моему туннелю. Однажды Джокер велел мне убить Рогана. Ты послушался? А то. Она мне никогда не нравилась. Ну ты даешь. Кстати, он и мне такое говорит. А я ему отвечаю, мол, у меня и сестры-то нет. А он никак не отстает. Тогда я сел в машину и переехал первую попавшуюся бабу. Кажется, Джокеру понравилось. Блин. Уроды. Им не заскучаешь. Да не он мне нужен. Вот так, опа. Тихо, тихо. Куда брать игрушки без... Тихо, 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 на. Ну, вообще-то я пацифист, я не люблю драки, но вы такие вкусные. Оля, подожди, подожди, не вставай, ой, не вставай. Вот притворился бы дохлым, я не знаю. Так. Это, конечно, все прекрасно. Поехали! Я думал, что найти их будет просто. Похоже, я ошибся. Конечно, ты всегда ошибаешься, а я всегда побеждаю. Так. Да нет, мне не это надо. Да тоже не это. Вот. Так, это где? Минутку. Так, еще раз карта. Ага. А где-то там пройти можно, что ли? Что-то я не понял. И где тут что пройти можно? Вроде один монолит. Или где-то еще проход есть поверху, типа как? Так опять же ничего не вижу. Ладно. Так. Так, 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 так. Как-то с другой стороны идти надо, что ли?
смотрим. Блин. Он туда, наверное, как-то. Ой, я даже не заметил тебя. На. Я тебя даже и не заметил, придурок. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, кто еще тут есть. Ну, он банда. Банда еще есть. Так. А как мне туда попасть? Так, ладно. Давай. Что? Не так ты круг, когда у нас руки. А, на. Уворачивайся, идиот. На. Опа. Опа. Еще. Еще. Да, я знаю. Да. Бунк. Здорово. Вот как мне туда попасть? Уверен, что там как-то. Ладно. Давай. Поехали. Ага. И все. Ладно. А, кстати, у меня здесь тоже еще, да? Ага, от этого здания у меня нету. Понятно. Ну ладно, давай зайдем. Да тихо ты. Я вам фору дал. Бумк. Ну, как-то так, девочки. Слушай. Запись сеанса номер один. Имя Виктор Зас. Признан душевно больным после убийства как минимум 20 женщин из округа Готэм. Здравствуй, Виктор. Меня зовут доктор Кэссиди. Это наш первый сеанс. Давай просто познакомимся. Незачем мне вас звать, мисс Кэссиди. Все бессмысленно. Это мировоззрение не кажется тебе слишком негативным, Виктор? Вы ведь прочли мое дело? Да, да, я прочла. Там написано, что ты из богатой семьи, что твои родители умерли, что ты проиграл все свои деньги. Это все не важно. Почему ты так говоришь, Виктор? Потому что единственное, что важно, это отметки. Вы видели мои работы, мисс Кэссиди? Ты говоришь о метках у тебя на... Конечно же, про мои зарубки. У меня и для вас местечко найдется. Хотите, покажу, где? Мой. Извращуга? Так, извращуга. О!
Давайте посчитаем, кто это у нас. Брюс Уэйн. Детство Брюса Уэйна, родившегося в богатой семье, было безоблачным, но его родители Томас и Марта высокоморальные и склонные к филантропии люди воспитали в нем обостренное чувство справедливости. После того, как родители погибли от рук грабителя, Брюс посвятил свою жизнь борьбе с преступностью, лишивший его матери и отца. Он на много лет оставил Готэм и совершенствовал свое тело и разум, обучаясь в разных странах. Впоследствии Брюс вернулся, чтобы облачиться в плащ темного рыцаря. Факты, президент компании, но это мы все знаем, это вот от него. Это от Бэтмена. Поэтому это одно и то же лицо. Чего его читать два раза? Пойдем. Что? Ой. Нету. Хорошо. Нету, так нету. Куда идем? Блин. Туда мне пока не попасть, да? В окружную пойдем. Что тут есть? Что тут есть? Так. Давайте глянем. Почему он убивает их? Зачем? Смысл всего действия мне не ясен. А, кстати, заходим. Берем. Ха-ха. Ну и это еще не все. Так, тут есть, нет? Придурок какой-нибудь в туалете. Смотрите, вот еще одна загадка. Мое отражение. Вот мы еще разгадали одну. Так. Хорошо, что отражение меня не схватило. Ладно. Так, мы оттуда вышли, сюда пришли. А, стоять же надо, да. Давай. А, вот здесь нам дадут то, что я хочу прокачать. Ой-ой-ой-ой-ой. Орете-то как. Хопа. Да. Туго с вами. Блин, вот там вот я сколько не пытался, блин. Я даже не помню, доставал ли я оттуда эту хрень. Так что. Вон ту. Ладно. Давай, 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 сканируй. Так. Смотрим. Остановись, Бэтмен, прошу, спаси моих малышей. Извини, Плющ, но цветы меня совсем не интересуют. Им больно. Они молят о пощаде. Да я не против тебя. Оставайся на месте. Здесь только тебя не хватает. Красивая, ну... Бедные малыши. Убийца. Я вас спасу. Они все заплатят. В результате неудавшегося научного эксперимента ботаник Памела Айли превратилась в гибрид человека и растения. Теперь вместо крови в ее жилах течет хлорофилл, а сама она научилась отравлять жертв простым прикосновением и соблазняет их, выделяя особые феромоны. По мере того, как растительная натура Айли брала верх над человеческой, ее
преступления становились все более экологичными. Совершая свои злодеяния, она часто сталкивается с Бэтменом, чья железная воля позволяет ему не поддаваться чарам плюща. Хотя не факт. Тут, если не ошибаюсь, Бэтмен и Робин, старый фильм, если это... Она все-таки ядом один раз хмурила и того, и другого, где они там писюнами мерились, у кого на карточке денег больше. Памела Лилиан Айли. Профессиональная преступница, Готэм Сити, зеленые, 173, 52 килограмма, острая няшка какая. Ну, хотя мы по фотографиям и видео видели, какая она, да. 66-й год появления. Способна управлять ростом любых растений, ДНК, смешанная с генами растений, делает ее непредсказуемым и опасным врагом. Источает феромоны, позволяющие контролировать разум жертвы. Кожа выделяет сильнейший токсин, благодаря чему она может убивать одним прикосновением. Одержима патологической страстью избавить мир от человечества ради безопасности растений. Ну, тоже своего рода правильно, но не совсем. Зачем всех-то под корень? Я вот под корень, почему людей не хочу извести всех, по одной причине. Ну, дочери же будет скучно. Не с кем будет поиграть. А так, да. Почистить бы не мешало. Ну, ладно. Мы же все-таки не маньяки, по крайней мере, в жизни. По крайней мере, я. Так, я здесь. Подожди, у меня тут кое-что есть. Так, я сюда не могу, да? Не могу. Смотрите внимательно. Вот он же загадка. Посмотрите. Поговорить. Ты должен вытащить меня из... Да хрен нас там. Так, о, тап, где? Биография персонажей, вот. Так, когда-то Карло снимался в фильмах ужасов. Он обезумел, когда узнал, что классический фильм с его участием собираются переснять, пригласив на главную роль другого актера. Он надел маску Глиноликова, злодей из фильма, и успел убить нескольких актеров и других членов группы, прежде чем его остановил Бэтмен и Робин. Позже Карло вступил в грязную банду. Союз преступников-мутантов, способных менять форму, которые дали ему имя. Когда банду поймали, Карло обманул своих подельников и вел себе вытяжку из их плоти. Он стал сверхчеловеком, способным менять форму, превращать врагов в протоплазму одним прикосновением и имитировать способности героев и злодеев, которых он изображает. Ну, кроме Бэтмена, там мозг-то все равно... Так, Белис Карло, профессиональный преступник, красный, отсутствует, рост 196, первое появление в комиксах, 1940 год. Ну, правильно, что? Может изменять свою физическую форму, принимая внешность почти любого человека. Из-за вязкости его почти невозможно ранить или удержать. Его прикосновение может убить ядовитым. Кстати, вот раньше, позаметьте, как сказать, фантазия более развита была, более, как сказать, интересна, чем нынешние. Всякие там герои, злодеи. Это же я, Кэш. По крайней мере, это, на мой взгляд. Да подожди ты. Вот он. Помогите! Заткнись. Хопа. Взяли. На помощь! Что тебе надо, блин? Карли, помоги мне. Плющ, ого, фигово выглядишь. Может принести тебе бутылочку шампуня? Прости. Две красавицы. Им больно, они зовут меня. Неужели? Жалость-то какая. Ну пока. Пожалуйста, выпусти, они умрут без меня. Не знаю, рыжая. Тебя к мистеру Джею не приглашали. Ну что ж. Пожалуйста. А, какого черта? Так и быть, выпущу тебя. Зря. Да, ух. Намного лучше. Дайте за детьку подержать. И пошла. Пошла. Неплохая девчонка. Ай, так бы и смотрел на вас весь день. Ну и шумиху вы подняли. И, кстати говоря... Смотрите, какой чудный бунт я для вас приготовил. Да, психи-то опасны.
освободи меня! Давай. Пошел отсюда. Он захватил контроль над переключателями управления. Секвенатор кода у меня, но без терминала, который в моем кабинете, он бесполезен. Ваш терминал уничтожен. Дайте секвенатор. Что? Да, конечно. Так. Ничего не выйдет. Половина кода тебе не поможет. Мы в ловушке. Вот она. Чего я ждал? Всегда есть выход. Всегда. Ну, почти, почти. Почти. Вот теперь смотрим, как это действует. Давай. Так. Опа. А, вот так. Пардон, не на ту нажал. Вот так. На. Оставайся здесь. Закрой ворота, когда я уйду. Отличная мысль. Нельзя, чтобы человек моего положения попал к ним в руки. Иди ты нахрен. А мы пока прокачаем оружие. Я так думаю, вот эту можно же прокачать уже. Так, усилить радиус действия. Усилить мощность. Так, давай. Мощность. Улучшена. Улучшена. Так, это что? Даже не знаю. Улучшена. О, господи, ни хрена я насобирал ты. Улучшена. Все? Так. А, блин, на три бумеранга поменял. Так, а что мне надо-то? Уничтожить цех по производству титана в ботанических садах. Господи, это мне обратно надо идти. Так, а тут я... Тут я все сделал. Давай. Сюда. Конечно. А, вот, кстати, заметьте, смотрите, смотрите. В следующей игре Джокера я покажу, что из них делают. Это он же из них клоунов делает этих. Безруких, блин. Одноруких. Давай. На. Здорово. Так, а что, да? Я думал, выйти можно. Ты точно ничего? И тебе ничего? Ладно. Здесь, в этой комнате, вроде все секреты были разгаданы. Стоять. Да. Сейчас у меня бой намечается. Бойня даже сказал. Так, надо посмотреть карту. Так, это здесь проход пройти. Прямо, ага, вот. Кстати, вам на заметку. Давайте сразу пройдем этих психов. Так. Идем. Так, не понял. Что, камеры без подвохов? Не понял. Так, ладно, давай сюда. Так. Кто в них сидел-то? Вот. Есть. Так, а ты вышла, ага, вышла и закрыла дверь, да? Ну, хорошо, ладно. Их надо вырубать сразу же.
Эти твари вцепятся еще и душат тебя, падлы. Кто тут есть? Кстати, вот что интересно, календарщик, он что в первой части, что во второй части, блин, всегда в тюрьме нахрен. Уж такой, не знаю, персонажа придумали, блин, неудачливого. Так. Вот это, наверное, на тросомете надо там. Я так предполагаю. Сюрприз! Сюрприз! Да кто бы сомневался? Знаешь, Бетти, между нами давно проскакивала какая-то искра. Серьезно? Эх, мы бы были идеальной парой, если бы не ты. Так, ладно, сначала люлей всем надо надавай. Почему бы просто не взять пистолет и не пристрелить чертову мать? Ты на бить! Надеюсь, что так. Тихо, тихо, тихо. Опа, 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 не успел. На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди, подожди. Блин, почему ты не совсем реагируешь на поставленные задачи? Блин, вот так вот, не на поставленные задачи ты не реагируешь, нас завалили нахрен. Как мило, летучая мышка прикорнула. Добейте ее. Ах, падла. Так, винишка бахнули. Теперь думаем, блин, опять каждый раз тебя слушать. Знаешь, Бетти, между нами давно проскакивала какая-то искра. Блин, давай. Вроде не сложно нахрен, надо как-то точку выбрать, чтобы не давать им оружие получить. Да, конечно. Парни, какие же вы тупые! Тут же повсюду пушки! Да. Да хрен остал. Тихо. Блин, они открыли. Оп. На. Вот так. Эй,
Подожди. Эй, Ви! Пожалей моих мальчишек! На. Мальчики, подкатка! Подкатка, я тебе дам подкатку. Ну как, было просто? Но меня-то поймать будет сложнее. Ладно. Беги, красавица. По жопе потом получишь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, давайте послушаем историю. Маньячело, как ты, блин, вообще узнал? Или ты заранее уже следил? Давай. Бамк. Система умиротворения пациентов дезактивирована. Поджарили. А, кстати, где-то вот оно. Да. Два человека, один голос, оружия нет. История. Арнольд Веск рос застенчивым сиротой, пока не устроил пьяную драку, дав волю долго сдерживаемому гневу и не попал за это в тюрьму Блэкгейт. Сам он встретил куклу лицо со шрамом и немедленно убил человека, который вырезал ее. Теперь эти двое неразлучны, и шрам руководит преступлениями, совершаемыми парочкой. Многие думают, что Вескер воплощает в кукле свое второе «я», но сам он считает себя прислужником, с нехотой выполняющим поручения своей куклы. Так, факты. Профессиональный преступник, 170, детективные комиксы, 88 год. Это уже психология. Там, кстати, очень было развито в 80-х годах психология. Одержимый бредовыми идеями, шизофреник, страдающий расщеплением личности. Одержим своей куклой и лицом со шрамом, который управляет с пугающим мастерством. В паре со шрамом оба действуют как единое целое. Целое. Огрызок, блин. Так, что у нас здесь есть? Давай. Вот так. Все. Дверь заперта. Почему дверь заперта? А сюда-то мне зачем? Блин. Подождите. Чё, не в ту дверь я пошел? Так, что-то я маленечко, может, не догоняю. Мне сюда, да? На. Так, это я куда иду? В тот блок.
Ага, ладно. Ну, я, кстати, догадывался, что где-то вот так, вон еще один псих. На. Я с вами мудрствовать-то не буду сильно. А что, слишком много разгадал, что ли? Да немного, что ты там панику сеешь? Вот он, календарщик, смотрите. Я впечатлен, Бэтмен. Однажды... Джулиан Дэйн, одержимый датами, стал человеком-календарем, злодеем, который привязывает свои преступления к праздникам по времени и испытанию. Он часто оставляет улики, благодаря которым его можно было бы вычислить. Предвкушение очередного праздника в Готэм-Сити часто отмечает мысль, что любая знаменательная дата может быть испорчена человеком-календарем. Факты, да, так, профессиональный преступник Готэм-Сити. Как это вообще род занятий, преступник? Просто первое появление в комиксах, 58-й год. Ну вот, видите, 58-й год. Блин, человек-календарь. Вот в то время уже вот так вот думали, мышление было. Одержим календарем, тщательно связывает преступление с праздничными датами. А в другом Бэтмене, если переставить дату на компьютере, которые будут указаны там, по-моему, в... да, то можно даже будет с ним поговорить. Так, все, здесь я никуда не войти, ничего не могу. Давай, идем, значит. Давай, оцени меня. Ага. Так, туда я не хочу сейчас идти. Блин, туда я только так смогу пройти. Блин, блинский, как мне тут? В любом случае сюда, да? Ну давай. Прежде чем уходить, нужно спасти охранников. На. Скорее, сними меня отсюда! А-а-а, стой! О, ему совсем не весело. Блин. А я думал, я отключил. Понятно. Так, ладно. О, кто-то пришел. Тупой рыцарь собственной персоной. Как дела, Бэт? Ну давай, все. Вот тебе задачка. Видишь ту парочку охранников? Знаю, шокирующие зрелище. Как нечестно, Бэт? Как нечестно? Да? Ну давай. Ворота открыты, пойдем. Мы в ловушке.
выход, быстро! Быстрее, на выход! Я думал, мы оба погибнем. Теперь ты в безопасности. Ты за этой сумасшедшей ведьмой? Когда мы вышли, я видел, как она шла к двери. Далеко не уйдет. Я поймаю ее, а потом и ее приятеля. Отлично. Слушай, я попробую запустить вентиляцию. Если найдешь ее, не давай ей спуску. Ради меня. Ой, это кто ты такой нахрен ради тебя? Так. Ты это видел? Что это за штука у него? Ладно. Идем сюда. Тянем. Что у нас здесь? Есть. Кое-что есть. Все никак. Никак. Ну и ладно. Самое главное мы тут прихватили. Теперь можно удаляться. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что тут можно взять? В системе полный бардак. Что здесь происходит? Что здесь происходит? О! Слушай. Для протокола пациент перешел от доктора Кэссиди, который находится в отпуске после инцидента на прошлой неделе. Здравствуйте. Вот так, хочу метку эту. Так. Бум. Пойдем. Открыли дверь. Подожди, дверь не открыли, а чем открыли тогда? И здесь не открыли. Не понимаю, о чем открыли-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как мне туда попасть? А? Блин. Спасибо, Бэтмен. Да идите вы нахрен, я за вас что-то. Ага. Стоять. Вот так. Думал, за вас уже профукал там. Так. И как же мне заставить их работать? Тросомет нужен, да? Ох ты, тут еще. Ага. Оттуда еще смотреть.
Все газом залито, все газом. Ладно, пойдем. Понятненько все с вами. Блин, да иди ты нахрен, что ты меня каждый раз проверяешь? Запомнить уж должна. Вот так. Все. Куда мне? Вау, улучшение. Вот это улучшим. Так. Да кто где орёт-то? Тихо. А, вон он. Ну, где орёт кто? Вот тоже. Где есть четыре, две стороны и один большой... Так, кто это такой вообще? Двуликий. Окружной прокурор Харви Дент был одним из сильнейших союзников Бэтмена и Готэм Сити до тех пор, пока преступник не плеснул ему в лицо кислотой, обезобразив его. Травма отразилась на психике Дента, он стал шизофреничным преступником, одержимым двойственностью. Его талисман «Доллар с двумя орлами» тогда же проводился с одной стороны, и Дент счел его... Дент счел его воплощением своей наполовину искалеченной внешности. Теперь двуликий решает судьбу своих жертв, подбрасывая изуродованный доллар. Несмотря на все усилия Бэтмена повлиять на бывшего союзника, Дент остается одержим верой в случай и совершает преступления, так или иначе связанные с числом 2. Харви Дент. Профессиональный преступник, каштановые седые, 83 килограмма, 42-й год. Левая половина лица обезображена, что он подчеркивает, нося одежду, сшитую из двух непохожих половин. Мастерски владеет своим любимым оружием, двумя полуавтоматическими пистолетами 45-го калибра. Психоз на почве дуализма. Преследование всегда тем или иным образом связанным с числом 2. Вопросы жизни и смерти решает, подбрасывая им исцарапанную с одной стороны монетку. Так. Ладно, тебя мы нашли. Как мне тебя достать? Понятно. Здесь что? Угу, понятно. Идем, давай. Подожди. Вы-то так не умеете, да? Давайте прослушаем еще. Реакции на медикаменты слабые. Здравствуй, Лера. Ну что, поговорим о чем-нибудь сегодня? Никто. Это бессмысленно. Охрана, заберите его отсюда. Слышал, что доктор говорит. Oh!
Так, вот еще один. Последняя запись, Заска осталась. Вот так. Я мастер. Мастер, фломастер. Так, а мне вот сюда надо. Нет, я вас все три взорву. Раз. Тихо. На. Вот так, чтоб меня не отвлекал. Интересно, если бы здесь так побежал бы, я бы вот так вот. Не, надо, чтоб он с другой стороны был. Объект не найден. Понятно. Объект не найден. Вот он. Объедок найден. Так, а куда это я могу прийти здесь? Никуда. Так, а у меня. А, у меня нету карты здесь, кстати. Забыл же совсем. Так, не понял. Где-то. Ладно, хрен. Вот. Это я где сейчас нахожусь. Все, понял. Ай-я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 й. Так. А мне куда надо-то было? Так, уничтожь цех, так, схватить Харли Квин. Подожди, ну ладно, давай, я даже не знаю, я сюда хоть. И что там? Карцер. А, так мне сюда и надо. Кстати. Да тихо вы! Предоставлю это тебе, дорогая. Снять его! Кстати. Да сейчас. Вот так вот, нате вам. Ну. Давай. На. На. Что это было? Тихо. Я тоже уйду. Наверное, это больно. Наверное. Тихо. Да тихо ты. Чё? Ах. Да стойте вы. Блин. На. Я же сделал. Блин. Ладно. Кто-нибудь, помоги.
Помогите мышке, малышке, подняться. Так. А вот и мистер Джей. Превосходно. Предоставлю это тебе, дорогая. Взять его! Тихо. Это все, что ты можешь спросить. Окончим. Блин, он упал. Сейчас. Тихо ты. Давай. Ох, ты как пришел-то сюда? На. Да ё-моё, я же защищался. Давай. Ой, ой. Слюни, сопли. Сдохни, гадкая мышь. Вот так. Рэй, руки прочь от сувенира. Помолчи. Давай. Почему возле некоторых имен смайлики? Сейчас тебе разберусь. А? Вот так. Отправляйся-ка в тюрьма. Твой дом тюрьма. Мистера Джей, там такие. Он в лаборатории в саду и... Черт! Ага, я в курсе. Ну и пусть. Он меня отсюда вытащит, вот увидишь. Такие щели, как не выйти-то? Динозавр проскочит. Слон убежит. Так, а теперь по поводу тебя. Я готов. Харли под контролем. И у меня ее отпечатки. Значит, ты можешь отправляться в сады на поиски секретной лаборатории. Да. Давай. Харли уже облазила весь остров. Поэтому я запрограммировал сканер фильтровать отпечатки и показывать только те, на которых есть следы хлорофилла. Хорошо. Послушай, будь осторожен.
Я запрограммировала спутник Вейнтек на термовизионное сканирование острова. В садах горячо. Там творится что-то нехорошее. Так. Да тихо вы, блин. Мы поняли, знаем где. Найти отпечатки пальцев. Объект слишком мал. Вот так. Давайте посмотрим биографию. Виктор Фриз был блестящим специалистом по криогенике. Когда его жену Нору поразила смертельная болезнь, он погрузил ее в анабиоз и начал лихорадочно искать способы лечения. Но корпорация, которая финансировала его исследования и поддержание жизнедеятельности Норы, перекрыла шланги, чтобы привело к аварии, превратившей организм Фриза в холоднокровную форму жизни, способную существовать лишь при температуре ниже нуля. При комнатной температуре он погибнет. Он вооружен разнообразным замораживающим оружием и носит защитный костюм. Его цель — вернуть к жизни свою любимую жену и отомстить за ее страдания, в которых он отчасти винит Бэтмена. Почему Бэтмена, понятия не имею. Вот при чем здесь Бэтмен? Я-то каким боком тут к тебе отношение имею? Доктор Виктор Фриз, специалист по криогенике. Так, волосы отсутствуют, рост 83, вес 86. Атрибуты: гениальный ученый, специализирующийся на криогенике, вооружен разнообразным замораживающим оружием. Его организм изменился настолько, что способен функционировать лишь при температуре ниже нуля. При температуре окружающей среды выше нуля носит защитный замораживающий костюм. Гнев и горе от утраты жены толкает Фриза на совершение преступлений. Ну, понять можно. Ну-ка, давай, зайдем. Это где ты? О, карта, наконец-то. Как назвать сыщика, который продвинулся только наполовину? Неудачником? Наполовину. Слушаем. Виктор находится в изоляции после нападения на охранника на прошлой неделе. Ожидая его прибытия, я пересмотрела его записи. Боюсь, что излечить его невозможно. Он не испытывает сочувствия к своим жертвам. И мне кажется, что в глубине души он считает всех окружающих потенциальными жертвами. Доктор, как вы? Что происходит? Это Зак. Он пропал. Сбежал из изолятора. Исчез. О, боже. Не волнуйтесь. Здесь вы в безопасности. Его точно уже нет на острове. Конечно. ЗАЗ. Ох ты тут. Ну смотрите, по-моему. Ну что тут, еще два? А нет, еще есть. Кого открывать? Так. Ага. Ну давай. Вот так. Все. Все. Ладно. Идем. Где ты, пятая комната? Один, два. Вот она. А ты там реви. Бедняжка. Глупая мышка попалась в ловушку. Еще бы. И я ссорился с молодыми
полным энтузиазма врачами последнего моего призыва. Их теории и идеи навевали на меня скуку. Они только подтверждали, что у них нет никакого представления о том, как вылечить этих тварей. Но одна девушка поддержала меня. Я дал ей шанс воплотить свои мечты. Она согласилась. Мы отлично сработаемся. Так. Уже хорошо. Хоп. Эй, хоп. Так, а куда мне? А, вот сюда мне и надо. Хоп. Ты как оттуда выбрался? Тебе все расскажи. Ну, все, наверное. А я пошел. Смотрим. Да, здесь мне пока делать нечего. Все разгадал, все. Скоро опять себе что-нибудь улучшу. Так. Так. Вот я сюда выхожу. Ну вот там. Да, там закрыто, пока перекрыто. А здесь-то почему? Налево надо, да? Но между нами говоря, я хочу твердую пятерку. Ух ты, ты как в школе. Слушаю пару химикатов. Моя личная армия. А, точно. Точно. Там же тоже тросомет нужен. Вон туда попасть. Где у меня там управляемый? 8. Все, понятно, он туда заворачивает. Так, теперь сматываемся отсюда. Пу-пу-пум. Открывай. На. Давай, 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 сканируй быстрее. Мы снова в замке. Вот мы с нашим репортером Джеком Райдером. Джек, мы видим, что подходы к острову блокированы. В оцеплении полиции и люди шерифа. Совершенно верно. Остров надежно... Давайте за очками пойдем. И бам. Куда мне? Да подожди ты, блин. Мы будем информировать. Как сказал Джек, согласно непроверенным данным, Бэтмен мог... Я даже не знаю, что здесь есть. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе последних событий. Хоп. А теперь мы продолжаем программу. Тут ни хрена нету. Кроме этого дебила. Так. Смотрите прикол. Если получится. Да блин, не получилось. Хотел, чтобы он сам напрыгнул на взрывающуюся мину. Выходим. Так, снайперы, да, опять расставлены. На. Так, тут у нас что? А, тут у нас нельзя ли? Небольшое напутствие.
если вдруг заметите пускающего слюни идиота, лающего на луну или просто мурлыкающего, как кот, исполните свой гражданский долг. Подойдите к нему, обнимите покрепче, покажите вашу заботу перед тем, как свернуть ему шею. Давайте, шею мне сворачивать нельзя, конечно. А потом вложите свои деньги. И смотрите сюда внимательно. Вот так. Здесь две загадки было. На самом деле. Так, улучшение. Это что у меня за улучшение? Так, повышает мощность, увеличивая срок нейтрализации противника. Конечно. Все. Да где ты? Только что же где-то тут ползал. Да. Подожди. Ну ты же знаешь уже этот прием. Так. Где... Вот она. Давай. Бум. Берем карту. Карта должна быть здесь. Вот она. Ты умеешь читать карту, не так ли? Умею. Так, справа еще где-то что-то должно быть. А, вот здесь вот. Да-да-да. Сейчас мы. На, получил. Так. Где у нас еще кто остался? Ну что ты или что так? И... Ища! Эх, будь здоров, Бэтмен! Ну, спасибо! Давайте посмотрим, что у меня тут справа где-то торчит. А где тут что есть? Сейчас глянем. Так, вот мы. А где? Да подожди ты. Вот оно. Все, мы его подняли. Что у нас еще осталось там? Так, ну там. Как нам пройти? А вот в эту, через вот эту воротину и пройдем. Вот она позади нас. Ух ты! А, или я должен как-то последу идти специально? Я же знаю, куда мне идти. Опа! Давай. Все. Взяли. Кто-то стреляет? Подождите. Кто может стрелять здесь? Да подожди ты, блин, дебил. Да. Вы довольны? Вы жаждете получить могучее дело, которое только... Тихо.
настал ваш час. Вступайте в мою программу «Штат Сегодня». Я Джокер, лорд Арт. Так. Иди сюда. Да. А что, здесь дверь открывается, да? Да нет, закрыты. Давай. Бам. Там еще один дурачок. И он, кстати, бежит к нам. Молодец. Давай, да. Добей его. Вот тихо ты. Молодец. Так, все. Все. Ну, теперь давайте скроем еще один небольшой секрет. Бум! Взял. Так, достигнут новый приз. Правой стороны. А. Ну там, да. Там мне сейчас еще рановато пока. Так. Это слишком легко. Бумк. Готово. Карту давай. А, нет, подожди. Карта же у меня есть. Слушаем. Личные записи, доктор Ян. Титан состоялся. Джокер искренне заинтересован в лечении. Как только будет завершен процесс связывания протеина, я собираюсь... Доктор Янг, вы готовы? О, да, да, входите. Вы разбиваете мне сердце, заставляя так долго ждать. Садитесь, а вы можете идти. Вы уверены? Все в порядке. Правда, Джокер? Да, точно. Хорошо, если вы настаиваете. Я буду снаружи, хорошо? Как он здесь? Ваш пациент Икс прибыл. Да, я должна сказать, прогресс превосходит мои ожидания. Но хватит об этом, поговорим о тебе. Не хочу. Давайте лучше обсудим наш проект, да? Что? Как ты? Откуда я узнал, что бич привязан к столу в подвале, а вы выкачиваете его досуха? Поверите, что я просто догадался? Он же сам и спонсировал это. Так. Взглянем правде в лицо донатов. Нет. Так. Ну, туда мне еще рановато, да? Там выдергивать вроде надо. Где-то вот здесь вот. Да. Поэтому... С этим мы пока еще повременим. Да подожди ты. Так. Все туда. Понятно. Да подождите, уйди вот так вот. Ужас, летящий на крылышках чистоты и свежести. А мне туда надо попасть. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще один псих. И не скрутится же. Да?
я думал, тебя этой штукой можно сшибить. Извини, был неправ. Ты более устойчивая тварь. Так. Хоп. На. Давайте-ка очистим город сначала. Да тихо ты. На. Иди сюда. Блин. У меня так задушить и падла. На. Блин, ты меня давишь, что ли? Первый. Второй. Вот так. Хрен вы меня достанете теперь. На. Так. Идем сюда. Идем, идем. Производим взлом и забираем. И карту не забываем. Но это еще не все. Каждый пробный образец титана поставляется с персональной гарантией вашего участия в жизнёвке на первоочередную отправку в космос. Давайте, ребята! Тихо. Бум. Все? Так, тут у нас... Что по городу-то? О, все сделано. Какой я молодец. Никогда себя просто так не хвалю. Вот такой я молодец. Идем. Заходим. Уже вступил. Только не вступаю, то в дерьмо, то в партию. Нужно взять след Харли Квинн. Нельзя терять времени. Надо найти фабрику по производству титана. Надо. Подожди вот. Хопа. Смотрим. И слушаем. Полиция Готэма притащила на остров нового пациента. Они сказали, что это из-за него исчезли сотни городских бродяг. Разглядывая его отвратительное тело, эти зубы и чешую, я дал волю воображению и мечтал о сладостных пытках, которые сломят эту тварь. Врачи суетились вокруг, трогая его и рассматривая, и только один я знал, как вылечить его раз и навсегда. Да быть не может. Один ты вот так и знал прямо-таки. Так. Ага. С двух сторон одинаково. Так, вы не спешите тоже. Вот смотрите. Охранникам пошел последний отчет. Блин. Ладно. Что это было? Без понятия.
Джокер что-то затевает. Точняк, говорю. Ага, и пахнет не очень-то. Воображает, что он, Господь Бог, делает что хочет с этими делами. Только попробует вколоть мне эту фигню, и я сваливаюсь. Я тоже. Здесь и так жутко, и без этих откул! Это Бэтмен! Конечно, это он. Так. На. Чё? Нормально? Вы мне посмотрите, вы мне костюм, вот смотрите, кто мне костюм поцарапал, порвал, тут вот плащ у меня разорвали. Это же все-таки одежда. Слушай. Беседа с пациентом. Памела Лилиан Айли. 12 ноября, время 11.33. Доброе утро, Памела. Как сегодня себя чувствуешь? Прекрасно. Сегодня особенный день. Что ты имеешь в виду? Годовщина начала моей новой жизни. Обретение истинной личности и судьбы. Ты говоришь об инциденте с доктором Бутовым? Да. О чем же еще? О, тогда я думала, что Джейсон отравил меня, но теперь вижу, он оказал мне огромную услугу. И почему ты считаешь, что он оказал тебе услугу? Он показал мне новый мир, нуждающийся в моей защите. Конечно, мое первое предложение отвергли. Предложение? Ты пыталась убить всех жителей Готэма? Ну, иногда, чтобы что-то расцвело, нужна хорошая прополка. Ну, ничего. Давайте посмотрим, что тут. Что тут есть. Так, тут ничего нету. Ну ладно, смотрите мне. Идем. Банк. Выходим. Выходим. Так. Без палева. Джокер сказал его взять, я его возьму. Ну, как все на месте? Я сбился со счета. Вы слышали, босса? Так. Здесь кто-то есть. Давай. Падла. Все. Оставьте его. Расходитесь и ищите мы. Погоди, я пойду с тобой. Стой, 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 стой. Блин. Нашли его. Шевелитесь. Он вас всех дураками выставляет. Конечно. Да. Джокер хочет остановить тебя. Конечно. Кто же еще? Только ты. Блин, а как мне вас? Ты мой, слышишь? Бум! Еще один покойник. Подожди, я тебя прикрою. Кого ты там прикрывать будешь? Что с тобой стряслось? Слышу, слышу. С чего бы я тебе показывать-то должен? Показаться. Давай-ка еще разок. Дело на мази. Вы справитесь, у него ноль шансов. Конечно.
Давай. Залазь. Не сходи с ума. Мы справимся. Так. Что у меня есть? 7. Погоди, я пойду с тобой. Ладно, я пойду проверю. Давай. Бумк. Как тебе? Ну-ка подожди, а у меня этот... Подожди. Нет. У меня должен же, да, звуковой бумеранг-то взрываться-то? Так. Управление. Так. Батарея для бетаранга. Двойной бетаранг. Тройной бетаранг. Управляемый бетаранг. Звуковой бетаранг. Так, управление прицел бросить. Звуковой шоковый бетаранг. Выбрать устройство, прицелиться, бросить. Ага, взорвать. Так. А, ну это детонатор. Многочастотный позволяет выборочно взорвать заряды. Так, это детонатор уже. Оставьте его. Расходитесь и ищите мышь. Конечно. Я прикрою дверь. Больно, наверное. Дебилы. Да тихо ты. Я ушел уже отсюда. У нас убитый. Ой, а ты один остался. Иди ко мне. Хоп! Эй, отвали! Повиси. Серьезно? Мод вас уделал. Опять. Ой, лошарики вы. Армия монстров? Кстати. Нету тут ничего. А у меня карты нет? Нет? Карты этой. Нет, нету карты. Прошу прощения, но карты нету пока. Блин, блинский. Ладно. Не найдено. Во. Вармуль. Есть. Что у нас здесь? Собрали. Я так хорошо это спрятал, сделал почти невидимым. Так, все. Почти невидимо. А я сделал очень даже видимым. Так, куда мне тут? Наверху есть что? Открыть дверь. Открыл. Прекрати это немедленно, пока не поздно. Прекратить? Но все помирают от любопытства, хотят знать, что будет дальше. Сейчас же отпусти его. Серьезно? Ну ладно, как скажешь, Бэт. Спасите. Спасите. Нет. Блин. Тебе бы надо поднажать, Бэт. Все бы взрывал, все бы уничтожал. Нужно отключить здесь подачу энергии. Конечно. Давай. Ой.
Сюда зайдем. А зачем мы сюда зашли? А вот надо. Загадка решена. Так, тут нету никаких загадок. Нет, просто статуя. Стоит статуя. Давайте послушаем еще разок. Беседа с пациентом Памелы Лилиан Айли, 14 ноября, время 10:21. Здравствуй, Памела. Сегодня я хотел бы вернуться к тому, о чем ты говорила во время нашей предыдущей беседы. Спрашивай все, что хочешь. Ты сказала, что твое первое предложение помочь Готэму отвергли. Как ты можешь в это верить? Что ты имеешь в виду? Ты выпустила в город тысячи ядовитых спор. Сотни людей погибли. Кому ты пыталась помочь? Дела мне не интересны, доктор. Отвратительные мешки плоти бродят вокруг, убивая моих несчастных малышек своей жадностью и высокомерием. Но разве ты сама не такой же мешок из плоти? Ты ведь тоже была врачом. Почему ты отвернулась от нас? Очень легко. Но не от тебя, Стивен. Ты не похож на других. Я чувствую, между нами есть какая-то связь. Ты правда так считаешь? Конечно. Дебил, Стив. Дебил. Ты же дурачок. Наивный дурачок. Так. Ага, я туда пришел. Вот сюда мне надо идти. Вот сюда. Ой. Умоляю. Я здесь никто. Я вам использую. Тебе повезло, что босс велел тебя. Он сказал... Ты идеальная наживка, типа того. Чего в тебе такого? Кому надо тебя спасать? Здесь! На! На! Подождите! Тихо. Сейчас я из тебя всю дурь выбью. У меня крови не дать. На. Блин, падла, вот ты зачем вот к нему полез? Хочу поблагодарить за поддержку моих поклонников. А, так, точно, я же там этот. С которыми мы очень-очень скоро встретимся. Где лежи? Так, давай. Не надо больше, умоляю. Я здесь никто, я вам не пользуюсь. Тебе повезло, что босс велел тебя. Он сказал... Это Б! На! Эй, их, Бэтмен! Давай! Не давай ему палку ту взять! Электрическую! Давай. Больно ему будет. Тихо. Кончай, Бэтмен. Тихо, его притормози. А мы минуты не будем держаться против Бэтмена, скоты. Да подожди ты. Вот так вот, все, все вроде, все. Всех уделал. Освободи меня, Бэтмен. Подожди.
Сначала я прослушаю. Памела, я достал то, о чем ты просила. Тебе понравилось? О, да, Стивен, очень. Такой прекрасный цветок. Можно я оставлю его себе? О, нет, прости, Памела. Я не могу оставить его. Я буду приносить его, чтобы ты посмотрела. Но ведь это я, Стивен. Мне бывает так одиноко. Ты ведь не хочешь, чтобы я страдала от одиночества? Нет, конечно нет. Оставь его себе, только чтобы никто не видел. Правда? Никто. Доверься мне, Стив. Спасибо. А теперь поцелуй меня. Ну? Я не могу. Нас увидят. Никто не знает. Дебил, сдохни, что-то. Что с тобой? Ты меня не любишь? Зови меня Плющ. Конечно, я люблю тебя. Так. Ага. Подожди. На. Подожди. Есть. Вот так. Все. Похоже, я отключил подачу электричества к генератору. Так, что ты мне расскажешь? Спасибо. Как ты? Нормально. Я такую мелочь на завтрак ем. Чем они здесь занимались? Пока меня избивали, остальные крутились у пульта. Без понятия, что они там делали. Понятно. Так, смотрим, что они там у пульта крутились. Какие-то блоки питания... Может, как-то еще по-другому можно было это все решить. Неизвестно. Ага, во. Давай-ка посмотрим. Нормально. Карта. Ну вот. Моя карта поможет тебе, Бэтмен. Да, я знаю, что она мне поможет. Так, а что нам увеличить? Так. Так, разработанные военные, так, параметры брони. Это закрыто. Закрыто. Это что у нас? Критический комбо удар убивает мощность... Удваивает мощность комбо, если время ударов рассчитано идеально. Получив два раза больше очков за каждый удар, Бэтмен сможет раньше применить супер комбо. Так, недоступно. Недоступно. Бросок супер комбо. Бэтмен выполнит неблокируемый прием захвата и бросок. Ну давай. Все. Позволяет Бэтмену носить неблокируемые удары. Все понятно. А я что смотрел? Я смотрел вообще эти знаки вопроса. В этой комнате все. Давай. Бывай. Нету тут никого. Какой же ты настойчивый, Бэт. Всегда на шаг впереди. Да, я такой. Очень скоро у меня в распоряжении окажется целая армия монстров, накачанных титаном. Вот. Только представь. Вперед. Меня несут по улицам, вокруг валяются трупы невинных граждан. Будет просто волшебно. Скорее бы. Ага. Чуть здесь. Только где ты? А, вот первый. Да, страна чудес, когда начинается чаепитие. Шляпошник или кто он там? Джервис Тэтч, превосходный гипнотизер, одержимый сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», вообразил себя шляпником, героем сказки, пользуясь своей способностью к гипнозу. Шляпник совершил множество преступлений, часто связанных с вдохновившей его книгой и страстью к шляпам и другим головным уборам, зашедший так далеко, что Тэтчер начал вшивать в свои шляпы
излучателей гипноволн, усиливающего волю. Выше всех головных уборов шляпник ценит знаменитый капюшон Бэтмена и не остановится ни перед чем, чтобы заполучить его. О, так он, ты ценишь, значит, меня, молодец. Факт, это гипнотизер. Голубые, рост 150, он маленький карлик, лепрекон нахрен, поэтому, наверное, так и одевается. 52 килограмма. В 48 году. Атрибуты, отлично владеет гипнозом и искусством внушения, одержим шляпами, особенно редкими и необычными. Шизофреник, одержимый сказкой «Алиса в стране чудес». Так. Это не все, где-то тут еще что-то должно быть. Вот я где-то... Ага, вот он. Пойдем теперь. Отключили ток. Ну, все в воде. Так, тут у нас ничего нету, но он там есть у нас. Так, это сейчас только и будет. Все или не все? Ну все, вроде бы все. Поехали. Вырвем это. Что у нас? Что? Сюда? Куда? Ага. Нам туда. Путь один. Выход один, а выхода-то и нет. Жюсель Адюстье Бенофе. Так, я не понял. Где-то что-то я упустил. Я что-то где-то упустил, нет? Нет, я... Блин. Значит, где-то стоять. Вот она. На, чтобы вести за собой армию одного обаяния крысолов. Один Отис Фланеган, некогда действительно работавший в Готэме крысоловом, вскоре начал использовать свои природные дар способности понимать и контролировать крыс для того, чтобы совершать различные преступления. Со временем власть Отиса над грузнами усилилась, и он начал угрожать Готэм-Сити настоящей армией крыс. Фланеган много раз отбывал наказание в Блэдгейт и способен нанести окружающим огромный ущерб, как на свободе, так и в тюрьме, где он использует своих верных питомцев для передачи записок и разных материалов через лабиринт вентиляционных шахт, пронизывающих огромное здание. Факты. Профессиональный преступник, каштановые, 88 года, ага, появился. Отлично знаком с планами готэмской канализации и тюрьмы Блэкгейт. Обладает странной способностью общаться с крысами без слов и командовать ими. Очень высоко ценит жизнь грызунов, особенно по сравнению с человеческой. Ну и кто бы сомневался. Так, а где это? Блин. Только что же смотрел сюда. А, вот. Вон они. Грызун вонючий. Так, не сюда. Прошу прошения. Прямо. И сюда. Давай. Всех мы вместе соберем. Там кто-нибудь стоит за стеной? Никто не стоит. Все, можно выходить. Пойдем. Опять по катакомбам, трущобам. Мы уже по ним лазили, кстати. И еще придется лазить. Давайте для начала посмотрим. Так, сюда. Не сюда. Подождите, не спешите. Так.
Мне еще не раз сюда придется спускаться. Куда это я? Попал. Ага. Первый найден. А подожди, стой. Отсюда не выйти. Ладно. А вот сюда мне. Да подожди. Придется, да, по дерьму топтаться, чтобы достать его. Достали. Приз. Так. Тук-т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 ук. Неплохо, неплохо. Хоп. Так, ну здесь крюком пользоваться бессмысленно, бесполезно. Поэтому придется вот так забегать. Смотрим. В какую сторону мне? Пам-пам-пам. Блин. Что здесь может быть? Для чего тут лестница? Не понимаю. Вот так. Спокойно. Да подождите, кто там орёт? Снова мутация. Если этот Джокер создает чудовищ, то формула еще не совершенна. Скорее. Спокойно. Ау, привет, проходи, присаживайся, я сейчас. Нет проблем, босс. А для чего это? О, да ничего особенного. Просто сделаем тебя больше, сильнее, умнее. Ну, то, что больше, это я гарантирую. Это все равно лучше посмотрим. Так. Там еще где-то есть. Так, вот я сюда смотрю. Справа тоже есть. Что ты мне вколол? Ау! Как больно! Так. Да какое интересно. Подожди. Так. Вот сюда мне надо. Так. Спокойно. Вот сюда. Умни. Вот сюда. Вот сюда, сюда, сюда. Куда еще можно залезть? Ага. Так. Есть. Хоп. Куда мне подняться надо? Я думаю, вот в эту сторону. Давай, слушаем историю. Зверь оказался слишком сильным. Его животная свирепость чуть не стоила мне жизни. Все свое отчаяние я вымещал на одном пациенте. Ему поставили диагноз параноидальная шизофрения.
Судя по мольбам, которые он выкрикивал, пока я избивал его до смерти, дело было гораздо серьезнее. Его признания стали для меня озарением. Я узрел свой путь. Хороший доктор. Никто не пожалуется на тебя уже. Блин, упал. Ладно, что здесь может быть? Даже не знаю, что тут может быть. Это-то да. Все. Без специального оборудования мне там не стащить эту штуку. Ну? На помощь! Отвечай ему! Это я тебя в порошок сотру! Ну, господи! На! Ой! Так, ну рассказывай. Как ты? А ты как думаешь? Меня чуть не убили. Мы прятались в птичнике, и тут они пришли вместе с Джокером, подняли стрельбу, засунули нас в клетки! Они еще там? Нет, оттуда никто не выходил. Ты должен им помочь! Оставайся здесь. Так, о чем я с ним говорю-то уже? Подожди, а здесь что? На, загадка разгадана. Давай посмотрим, кто это. Я даже не знаю. Шерлок Бальтер. Тучный и лысый человек, прозванный Шалтай-Болтай. За свои яйца подобное телосложение он одержим. Разборкой и сборкой предметов первыми преступлениями Шалтай-Болтая были мелкие взломы, после которых переставали работать те или иные механизмы, которые Болтеру не удавалось правильно собрать после разборки. Вскоре одержимость Шалтай-Болтая вызвала в Готэме несколько страшных аварий, а затем он попытался починить свою сварливую бабушку, расчленив ее и сшив из кусков, как Франкенштейна. В Архиме Болтер образцовый заключенный, его спокойный нрав и выдающееся телосложение помогают ему свыкнуться с царящим вокруг безумием. Идиот. Бабушку хотел починить. Так, это тут вот он, дверь взорвал. Игрушки. Так. Ага. Один там, ну там. Давай. Слушаем. Так. И еще. Блин. Да. Я впечатлен. Это была трудная задача. Да?
Ну, что-то я ее быстро разгадал, твою трудную задачу. На помощь! Кто-нибудь! Вытащите меня отсюда! Слушайте, сюда идет Бэтс. Увидите его. Бросьте противных докторишек прямо в ад. Это же то, что внизу, да? Да, туда им и дорога. Да. И помните, если услышите ошейник, значит Бэтмен уже пришел. На всех людях Джокера ошейники. Сначала надо убрать оператора. А куда мне тут? Давай. Джокер приказал его остановить. Я его навеки остановлю. А что я туда не могу, что ли? Навеки остановлю. Поехали. Да и не думай стартоваться. Давай посмотрим, что здесь. Отслеживание отпечатков парня Харли Квинн. Зачем они мне нужны сейчас? Так, а я куда иду и зачем? Ни хрена не понял, зачем я сюда пришел-то? Обратно причем? Хоп. Хоп. Кстати, кто использует вместо него крышу? В саду нет шкафа. Так. Друри Уолкер был мелким правонарушителем, позже стал известным преступником Кэмероном Ван Клиром, который в свою очередь превратился в костюмированного суперзлодея Мотылька. Он выполняет убийства по заказам гангстеров Готэма, но несмотря на все свои необычные оружия, включая коконострел, регулярно терпит от Бэтмена поражение. Факты: в 51 году появился глаза Карри, профессиональный преступник. Одержим идеями славы и смены личности, талантливый изобретатель, аморален в стремлениях к славе, совершает преступления, мотивированных страхом и неадекватностью. Вот так вот. Господи, какие больные миры. Вау. Поехали. Так. А мне точно сюда? А куда еще? Блин. Блин. Да хрена там, блин, все равно сбросили, ладно. Легче легкого. Сыграл на тебе как на скрипке, а потом оборвал все струны. Теперь я немножко понимаю, наверное, как надо сделать. Давай. Где? В дверь надо войти. Кто-нибудь, вытащите меня отсюда! Слушайте, сюда идет Бэтс. Увидите его? Бросьте противных докторишек прямо в ад. Это же то, что внизу, да? Да. Ты уже говорил. Да. Туда ему дорога. Отлично. И помните, если услышите ошейник, значит Бэтмен уже пришел. На всех людях Джокера ошейники. Сначала надо убрать оператора. Блин, да я знаю. Сейчас мы полетим. У него нет ни шанса.
Ни шансов! Давай. Ну. Хоп. Блин. Да блин. Вы слышали? Едем вниз. А, вот, ну хоть посмотрел, как они падают. Сыграл на тебе, как на скрипке, а потом оборвал все струны. Спокойной ночи. Так, ладно, я их спасу, наверное. А с плечом будем разбираться в следующем видео. Давай. Кто-нибудь! Как можно пропустить вот это? Туда! Слушайте, сюда идет Бэтс. Увидите его. Бросьте противных докторишек прямо в ад. Вот, пропустить. На всех людях Джокера ошейники. Сначала надо убрать оператора. Давай. Оп. У него нет ни шанса. Так. Ни шанса. Давай. Да тихо ты. Вот так. Я нейтрализовал основную угрозу, но заложники все еще в опасности. А что, вы не слышали? Спокойно. Так. Спокойно. Так, все на месте. Вы слышали, Бока? У нас убитый. Убитый! С чего убитый-то? Сейчас помогу, подожди. Тихо. На! Помог! Так, теперь займемся. А что, вы сами, да? Спасаетесь. Ничего, рычаг жать не надо. Ну ладно. Раз вы такие. Джокер хотел взять под охрану вход на завод по производству титана. Нужно снова взять след Харли и найти ее. Спокойно. Сюда, давай, открывай. Вот. Как объект не найден? Ай-яй-яй.
А, вот так я должен был, да, на него? Что-то не понимаю, где. Я где-то пропустил его. Нет. Где-то пропустил. Блин, блински. Да что ты будешь делать? Ну-ка. Давай, один где-то. Тут, наверное. Вроде. Ну-ка, да. Прослушай. Так, что у нас остается? У нас остается три знака вопроса с той стороны. Ладно. Говори. Я думал, что работаю на доктора Янг. Понятия не имел, что Джокер в этом замешан, пока тот сюда не ворвался. Где эта лаборатория? Там. Меня вечно вызывают оттуда. Здесь есть потайная дверь, но, сам понимаешь, ее не видно. Я ее найду. Оставайся здесь. Так. Может, из-за этого у меня. Может, из-за этого у меня ни хрена пока не получается. Так. Ага. Хоп. Вот так вот. Текс. Бунк. Бунк. Все. Дверка отошла. И вот там, наверное, вот эти сюрпризы, эти, которые я искал нахрен. Все верно? Давай. Оу, Джокер! Смотрите-ка, он нашел нашу лабораторию. Ну, раз ты такой молодец, давай покажу, что у меня тут приготовлено. Давай, покажи, что у тебя тут приготовлено. И сам убежал еще. Любишь ты монстров и мутантов. Так. Так.
Давай. Еще. Давай. Ну что вы обижаетесь, как дети малые? Давай, пойдем. По мордам ему бей. Давай в рожу ему. В харю. Еще. На. Теперь ты давай, твоя очередь. Сдачу дай ему. Давай, на тебе. Так вот. Ой. Бумк. На, хоп, давай, на, о-о-о. Хоп. Подожди. Пойдем на контуженного, тоже контузия. Еп. Что? Хоп. На. На. Смотрите, какое добивание будет красивое, последнее. Хоп. И бум. Ой, извини, твоего кореша убили. Сейчас я тебя как убили. Я же никого не убивал, я его как убил просто. И красивое добивание с тобой не получилось, да? На. На. Вот так вот, так вот, так вот. И... вот так вот. Вот такой я красавчик. Оракул. Фабрика Титана уничтожена, но Джокер сбежал с таким запасом, что у нас будут серьезные проблемы. Оказалось ху... Так. Давай под... о броне подумаем. Уже, уже не будет. Для производства титана использовали ядовитое растение. Оно ключ, и на острове есть лишь один человек, который сможет мне помочь. А почему ты думаешь, что ядовитый плющ поможет? Если растение в опасности, она меня послушает. В моей базе данных есть образец ее феромонов. Она где-то в садах, и я ее выслежу. Так. Так, где-то в садах. Ага, это еще значит. Бумк. Нужно перебраться через расщелину. Давай. Вызываем. Мне никогда не войти в этот сад. В нем нет цветов для меня. Он не скинет или воткнется? Хорошая у меня техника, мне нравится, да? Родил. Плюнул. Что ж, подбираем. Да. Все нормально. Лети. Свободен. На.
Ты точно мутируешь? Да, конечно. Ага. Давай. Блин, тут вырывать опять надо этим. На. Теперь можно искать ключа. Все. Блин, один остался там. Кстати, если все разгадать, что загадочника поймаю или что? Что? Едем и едем. А, так я еще и правильно еду. Да. Итак. Давай, входим в ее царство, в ее обитель. Все хорошо, милый. Я здесь, мои бедняжки. Я знаю, что он нас нашел, но я не дам вас в обиду. Лучше убью его. Плющ, я знаю, доктор Янг вызывала мутации, чтобы получить веном. Да. Мне листья нашептали, что злодейка за это поплатилась. Ты должна помочь мне изготовить противоядие. А зачем мне? Пусть Джокер веселится. Хочу посмотреть, как ты корчишься. Ты слишком долго была в темноте. Все растения на острове станут такими же, если ты не поможешь мне. Где-то на острове есть такой цветок. Только он может справиться с Титаном. Где его найти? Вот это уже он да. Он в логове Крока. Ты ведь не думал, что будет просто? Ничего. Возвращайся в камеру, или будешь следующий. Я буду ждать. Жди, жди. А я пока... пойду в логово Крока. Оракул, мне нужно найти путь в логово Крока. Оно где-то под островом Аркхем. В базе нет никакой информации о том, где он содержится. Я обнаружил недалеко от пещеры дверь, но она крепко заперта. Должен быть другой вход. Я оставил Кэша в поместье. Посмотрим, может быть, он знает, где держит Крока. Так. Давай. И... да подождите вы. Уворачивайся. Вас тут 8 было, если не ошибаюсь. Так, нанесено на карту. Так, а мне надо отсюда выбраться сейчас. Это... куда мне сюда? Твою ж мать-то, куда мне? Где выход? Нет, выход вот. Куда? Блин. Вот сюда выход. Все правильно, вот сюда выход. Подожди, выход, выход. Выход.
Ой. Это я куда? Так, а мне отсюда надо, да. Мне отсюда надо выйти. А где вход, выход, я не знаю. А, вот она зачем, эта лестница тут. На. Все. Разобрались. Без нее бы я не выбрался же. Давайте на свежий воздух выйдем. Чтобы легче вдышалось. Так, так. Не туда. Так, так, так. Блин, как. Я же летучая мышь, а не наземная крыса. Включили электричество, ты в ловушке. Да, теперь ты не такой крутой. Ну, почему? Давай, иди сюда, останови нас. По-моему, он боится. На. Подожди. Подождите. На. Давай, на. Ты этого хотел? Получай. Ой. Что, что с вами не так, ребятки? Бэтмен идет. Тому, кто схватит его, полагается награда. Если уже мы с тобой прокачаемся, чувак. Джокер обещал, что мы станем сильнее, чем Бэт. Формула у него. Сказал его взять. Я его возьму. Вот когда я ему башку оторву и выставлю на стене возле городской... Стойте перекличку, что ли? Я точно знаю, что вас было больше! Ну давай. Нашел его! Нас убитый! Сюда! Почему убитый? Я ему уже шею не сверну. Тихо. Хоп. И ушел. Да здесь я. Ты меня искал? На. Так, мне надо теперь разобраться с одним бетарангом. Вот у меня. Где он? Вот он, бетаранг. Ага, вот так. За кого не может, где шоковый батаранг в той же локации. Понятно. Пусть он умрет. Я не позволю больше обижать моих деток. Как же ты бросил бедняжку плеча в задине одну? Кстати, что у нас с загадками? А, еще где-то один жу... А, ну да, вспомнил где. Тихо, тихо. Так, я где-то что-то не добил, что ли? Так, ну эти и понятно, где они будут. Ладно, а, ну ладно, мы сюда еще вернемся и, наверное, тогда вот как раз и доделаем.
Так, ключ нас не пускает. То есть не совсем она. Я бы так сказал. Хоп. Вот так обошли систему. Похоже на плющ, Титан действует как-то иначе. Ее цветы растут. Они скоро выйдут из-под контроля. Ну что ж. На этом все. Похоже, растения продолжают мутировать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Кажется, пока. В этом стручке споры вроде тех, с которыми плющ в прошлом году напала на Готэм.